Всем привет, с вами снова Кокос, и мы начинаем проходить игру Pathfinder Kingmaker. Это игра-гибрид, где с одной стороны это двухмерная изометрия, RPG-шка, а с другой градостроительный, не знаю, менеджмент. Вряд ли там прям таки симулятор будет. Вот. Ну, дадут поуправлять, повыстраивать свое королевство путем захватов, присоединения, там, не знаю, соседей и тому подобное. Вот. И, собственно, наши действия, наше поведение должно влиять на то, как эти, ну, столица, королевство будет выглядеть. Поехали, давайте посмотрим. Игра от русских разработчиков. Правда, без русской озвучки. Так, тут есть нечестный режим, в котором прям-таки урон от противников и ловушек удвоен. Противники обладают значительно увеличенной силой и наносят критические удары, как обычно. Для испытания сойдет, но сейчас для записи... Я думаю, мы вот просто возьмем сложный режим и на нем пойдем. Так, во всех играх любитель я играть за танков. Потому что на первых порах могут танка и не выдать. Как дополнительного, да? А встрять уже можно будет. Так, вот возьмем защитник. Что там эти маги со своими колдовствами? Лучники, стреляющие издалека, пиу-пиу. Щит. Вот она тема. Так, какие тут глаза? Together we stand. We cannot be defeated. Enemy near. None shall escape. Это явно вот голос для гнома. Ну ладно, вот пусть будет храбр. Так, дата рождения. Какой у нас сегодня? 25-е, да? Сентября. Вот будет днем рождения. 25-е рова. Так, выберите мировоззрение. Нейтрально добрый, хаотично добрый. Нет, давайте мы их нейтральный. Общие моральные и поведенческие особенности персонажа определяются его мировоззрением, которое бывает следующих видов. Угу. Пусть оно будет нейтральное. И если оно формируется за счет нашего поведения, то так тому и быть. Так, давайте вот выберем имя. Бюджет Кокос, фамилия. Так, здесь, я так понимаю, мы ничего менять не можем, потому что у нас уже готовый персонаж. Бонус, боевой маневр, защита 18. Защита от боевых маневров, то есть это заход с тыла и тому подобное, что ли, получается, да? Инициатива двоечка. Ну, это тем, кто первый ударит, так я понимаю, да? В начале боя. Так, акробатика, умение воина. Снижение урона. Боевые особенности. Так. Это уже расовая особенность. Носить доспехи мы можем все. Живучесть, удар щитом, парное оружие. Парное оружие? Крутяк. То есть мы вообще специалист по всем видам оружия, я так понимаю. Атлетика. Прыжки в длину, лазание по стенам, плавание. Подвижность, внимание. Че, поехали? Тысячи лет назад катаклизм, известный как мирокрушение, привел к гибели целых цивилизаций Голариона. Среди них была и Великая Имперская Империя Циклопов. Наша история началась в особняке владыки мечей Алдори. Привлеченные обещанием опаснейшего задания и огромной награды, здесь собрались герои всех мастей. Это все герои, что ли? Ну и где они там? Сколько можно ждать? И что за секретность? Мне сказали, Алдори ищут героев. А для чего? Почему не словца? Кто вообще такие эти Алдори? Богачи, небось? Это она говорит, да? Амири.
Если не можешь подождать чуток, тебя здесь никто не держит. Можешь возвращаться в свои горы или откуда ты там выползла. Особенно если ты не знаешь, кто такие владыки мечей Алдории. Пустяк — это всего лишь самые богатые и влиятельные люди в этой части Бревоя. А заодно лучшая в этих краях фехтовальная школа. Попробуй с ними поговорить таким тоном. Они тебя быстро научат этикету. Угу. А это что, всезнайка? Какой-то недоэльф. Уши у него острые. Кто ты такой? Слышь, ты, жаба фиолетовая, у тебя рот что, вообще не закрывается? Так я могу помочь. Тише, тише, идут. Это кто? Линдзи. Это гном? Или из той расы, наверное, да, эти, как его? Халфлингер или как так? Приветствую всех. Я владыка мечей Джаманди Алдори, а это лорд-мэр Рестова. Добро пожаловать в мой особняк. Это эльфы, что ли? Я не рассмотрел. На лице мэра, пожилого мужчины с пышными бакенбардами, сияет улыбка. Мы от всего сердца благодарим вас за то, что откликнулись на наш призыв. Пусть вас немного, но так и должно быть. Ведь нам нужны лишь лучшие из лучших. Я вижу перед собой настоящих героев, сильных, бесстрашных, именно тех, кому нуждается Рестов. Иосиф Селеменс. Спасибо, лорд мэр. Теперь перейдем к сути. К югу отсюда, прямо за границей Бревоя, лежит регион, известный как Украденные земли. Это спорная территория, на которой издревле претендовали все окрестные государства, но никто так и не сумел ее присвоить. Не буду утомлять вас юридическими тонкостями, достаточно сказать, что если кому-то хватит силы и смелости установить в украденных землях собственную власть, объявив их своей вотчиной, а себя их бароном или баронессом, претензий не сможет предъявить никто из соседей. Разумеется, Рестов первым признает легитимность новоиспеченного государства и дворянский титул его основателя. К сожалению, между вами и титулом стоит серьезное препятствие. В украденных землях безраздельно хозяйничают разбойники. Их атаман, носящий прозвище Рогач, считает себя их полновластным хозяином, и оспорить его притязания пока не удавалось никому. Привезите мне его голову и возвращайтесь в украденные земли, но уже на правах законного правителя. Вопросы? У нас тут целый отряд. Кому именно достанется баронский титул? Мне, конечно. Глава отряда как-никак я. Не бойся, я своих помощников не обижу. Поход еще не начался, а вы уже делите награды. Почему ты думаешь, что нам удастся победить? О, со щитом, он походу тоже страж, да? Я думаю, спорить о том, кому носить титул, нам не придется. Скорее всего, мы все сложим там головы. Харим, гном. Ха-ха, если мне любезно позволять... Ответь так. Если мне любезно позволят ответить на заданный вопрос, Джаманди делает паузу, ожидая, пока все голоса умолкнут, и все взгляды окажутся устремлены на нее. Мы не настаиваем на чьей-то кандидатуре. Все вы в равной степени достойны дворянского титула. Я надеюсь, что во время похода и сражений с Рогачом вы сами решите, кто из вас лучше всех подходит на роль лидера. Почему бы вам просто не признать бароном этого Рогача? Действительно, почему? Как я понимаю, этот Рогач уверенно держит власть над регионом. У людей многие дворянские начинались с удачного разбойника, не так ли? Возможно, потому что у нас все же есть определенные стандарты. В этом зале не раз чествовали искателей приключений и даже авантюристов, но чтобы вручить дворянский титул атаману разбойников, такое здесь не было никогда, и пока я живу, не будет. Так, вы хотите помочь нам основать собственное баронство? Откуда же такая щедрость? В чем ваша выгода? Да куда ты лезешь дурацкими вопросами? Тебе-то какое дело? Зачем? Почему? Об этом мы с госпожой Алдори и без тебя договоримся. Твое дело мечом махать, или что ты там умеешь? Ты меня немножечко бесишь. Разумеется, своя выгода во всем этом предприятии у нас есть, но если вы опасаетесь, что мы хотим, стоя за вашими спинами, тайно управлять вашим государством, знайте, эти опасения напрасны. Скажем так, мы заинтересованы в стабильности региона. Нам нужно, чтобы там существовала хоть какая-то договороспособная власть, а не разбойничьи шайки и стаи монстров. На какую награду мы можем рассчитывать? Брови лорда мэра ползут ко лбу так, что он чуть не теряет монокль.
А какую награду вы желаете вдобавок к дворянскому титулу и собственным владениям? Ну да, логично. Мы берем на себя затраты по подготовке и снаряжению вашей экспедиции. Когда вы вернетесь с победой, Рестов выделит вам значительную сумму и окажет материальную поддержку в устройстве вашего государства. Мы поможем вам выстроить столицу. Надеюсь, такая награда вас устроит. Слова, слова, значительно материальными словами сыт не будешь. Разумеется, в вашу честь также будет устроен торжественный банкет. Весь высший свет Рестова соберется, чтобы прославить ваш подвиг. Все ясно. Прекрасно. Вы выступаете завтра на рассвете, пока можете познакомиться ближе друг с другом или сразу отправиться на отдых в гостевых комнатах. Там же вы найдете экипировку, которую мы для вас приготовили. Еще раз благодарю вас за то, что согласились принять участие в этом походе. Желаю удачи. Я тоже от всей души благодарю вас за то, что откликнулись на наш зов. В блеске ваших глаз я вижу то бесстрашие, ту непоколебимую волю, которая отличает подлинных героев. Глядя на вас, а герои Рестова, я ни капли не сомневаюсь в победе. Идите же совершить свой подвиг, идите, возвращайтесь с триумфальной победой. Та-да! Все, расходимся. Привет, меня зовут Линдзи, я Барт. Это мое первое настоящее приключение. Ну что, покажем этого рогачу, где раки зимуют? Еще как покажем, вот увидишь, у нас впереди великие подвиги. А, даже не сомневаюсь, собственно, я об этом и хотела поговорить. Как тебе этот Тартучо? Да, еще тот тип. По-моему, несносный тип. Согласен. Сам себя назначил главой отряда, уже примеряет баронскую корону, или что там носит бароны. Неважно. В общем, он мне не нравится. По-моему, лидером отряда должен быть ты. Почему? Знаешь, как только я тебя увидела, так сразу поняла, вот он, настоящий герой. Вот про кого будут слагать стихи и песни. Вот Линдзи чуть краснеет. Вот про кого я буду писать свою книгу. Я не герой, я просто наемник. Стоп, какую еще книгу? Ох, надо было с этого начать. Погоди, сейчас я тебе все объясню. Знаешь, в чем беда с биографиями героев? Их всегда пишут через много лет по рассказам тех, кто в лучшем случае наблюдал со стороны, а в худшем только слышал из вторых-третьих рук, да еще и наврал с три короба. Каждый раз, читая о героическом походе, я думал, эх, почему же они не взяли с собой барда, который все это как следует записал бы? А потом меня осенило, ведь я сама могу стать таким бардом. Надо только найти подходящего героя, готовящегося отправиться свое славное путешествие и набиться в помощники. Отличный план, правда? Ну вот и смотри, героический поход у нас уже есть. А кто же станет героем? Дварф, который все время ноет, что мы все умрем? Или эта жуткая тетка с косой? Или, не дай бог, Тартучо? Нет уж. А чем тебе не героиня? Вон та варварша, кажется, ее зовут Амири. Она, конечно, лихая, сразу видно, медведю голыми руками пасть порвет. Но Линдзи понижает голос до шепота. Что-то я ее побаиваюсь, у нее меч больше меня размером, пришибет и не заметит. Ты подумай, может, все-таки согласишься? Ладно, я пойду в свою комнату, запишу все про сегодняшний вечер. Увидимся завтра утром. Так, че, с кем я еще могу? Первый шаг по дороге славы. Первое делает покинуть... По дороге славы, да? Джейтал? Атап. ZXC. В. А, это пауза. О, тут пробел, да? БМ. Карта. РТ. Окей. Сейчас я быстренько определюсь тут. Так, инвентарь. Здесь нельзя отдыхать. Хм. А здесь что такое у нас? Большая карта Бревоя и окрестностей. Испощрена множеством пометок. Отдохните перед дорогой. В общем, я так понимаю, я разговаривать уже не могу, да? То есть вот так вот подойти, протыкать их всех. ВСД. Стрелку. Или зажатую кнопку. Я понял. А поворачивать нельзя? Серьезно? Выход из локации. А, кстати, вот ну-ка, мне интересен еще один момент. А именно управление. Включить.
Быстрое сохранение F5, F8. Отлично. Поехали. Боевой раунд длится 6 секунд. За это время вы можете выполнить разные типы действий. Большинство из них, в частности, стандартные действия и сопутствующие действия, отнимают 3 секунды. При этом быстрое действие и свободное действие не отнимают время. Ну конечно. Как мы могли нормально отправиться, да? Что-то случилось. В вашу комнату врывается Линзи, у нее испуганный вид, лицо испачкано копотью, а в руках оружие. Беда, беда. В чем дело? Беда, на особняк напали. Сюда ворвались какие-то злодеи и начали всех убивать. Я от них едва убежала. Идем скорее, мы должны помочь охране отбить нападение, пока нас тут не перерезали по одному. Словно в подтверждении слов Линзи из коридора доносится вопль. Блин, может я никуда не пойду? Ага, куда ты не пойдешь? Ну, чувак, ты сам встрял. Так, броски, ну это мы знаем уже по системе. Того же самого Dungeons and Dragons. Вроде все. Так. Атака с разбега. Ух ты. Удар щитом. Это что, на постоянке, да? Вы можете проводить атаки легким и тяжелыми щитами. Вы получаете стандартные штрафы, как в бою парным оружием. Если держите оружие в другой руке. 1 и 3 считается одноручным оружием. Тяжелые щиты наносят урон. Удар щитом. Ага. We can do it! А это чё? I can't cast it like that. Окей. Нет. Один враг на расстоянии 0 футов. А почему не действует? Это вроде как атака с разбега. Но разбежаться мне сейчас нельзя, да? I can't cast it like that. Strike with all your might. Чё-то я не пойму. О, отлично. Цеп. Он цепом и щитом бьет. Бьет цепом и щитом. Ага. Трофей. Ну, это понятно. Камера не ворочается? Серьезно? Так, вон Линси. Убийца уже здесь. За мной, скорее. Погоди. Он записывает ваши текущие задания. Так, что, все? Так, ну, будем надеяться, что табом мы подсвечиваем все элементы. Как главное правило, если тебя зовут куда-то идти, пойди в другую сторону сходи. И поищи все, что найдешь там. А что такое я сейчас собрал? Старая карта Авистана. Или Авистана. Нас называют... Почему нас называют варварами? Они кого-то сцапали. Мы должны помочь. Смотри, вон еще бегут. Лови их. Угу. А сейчас получится? Оборонительный бой. Вы можете взять штраф минус 4 к броскам на попадание и боевые маневры, чтобы получить бонус... Уклонение плюс 2 защите. Если вы вложили 3 или более очков в подвижность, этот бонус увеличится до 3. Угу. А подвижность у нас что? Минус 3.
То есть, ну, будет плюс 2, да, к защите и уклонению. Уклонение. Ближний бой, урон, защита и спас броски. Защита. А уклонение я не вижу. Где уклонение-то? Так, а с разбега удар щитом. Ношение. Бой. Ага. Парное оружие. Удар щитом. Живучесть. Уровень персонажа. Ну, пока, видимо, я не готов, да? А, стоп, это куда одевается? This doesn't suit me. Почему? Легкий доспех, кольчуга. I need something else. I need something else. Ну и ладно. Так, мы разбег поставили. Разбег пошел. Ба! Хлобысь. Этот, вы вовремя. Еще немного, и они бы меня... Ух, и думать не хочу. Представляете, какая это была бы ужасная потеря. Но ничего страшного. Я цел, здоров, невредим. И готов вести вас к победе. Ага. Госпожа Джаманди держит оборону в банкетном зале. Там же, где она собрала нас с этим вечером. Нам нужно допробиться туда. А по дороге попробуем спасти кого-нибудь из этих охламонов, что собирались идти с нами в украденные земли. Кстати, об охламонах. Оглянувшись на Линдзи, гном переходит на шепот. Он снимает с пальца кольцо и протягивает вам. Тихо, чтобы эта дурочка не услышала, а то умыкнет еще. Вот, возьми кольцо. Оно магическое. Оружие отводит. Пригодится тебе, когда будешь меня защищать. Да, о, они добавились, так? А, подарок Тартучио. Защита владельца увеличивается на 1. Окей. Крутяк. А! В общем, я понял. Нельзя переодеваться, да? Легкий доспех. Так, раз ты не можешь, вон тогда она пусть оденет. Ты вообще не можешь доспехи носить? No, thank you. Ну и ладно. Такс. Факел 2.4. Ну, давайте вам просто я раздам на тот случай. Общий инвентарь. Нет штрафа. Перегрузка отряда. Общий инвентарь отягощает всех членов отряда. Если вы хотите путешествовать без штрафов, скорости и усталости отряда, избавьтесь от лишнего груза. Блин, ненавижу такие вещи. А чё, мне все лутать не получится? Так, что у нас тут? 1.4? Да, 1.4. Значит, нам пока это не нужно. Ну-ка давай, банда. Соратники. Альт 1, альт 2... Ага, понял. Выбрать всех персонажей Backspace, да? Alt 1. Подождите. Time's wasting. А как выбирать-то? А что такое над спылами? Круг один. Пронзительный крик. Состояние ступора. Исцеление легких ранений. А почему у нее на навыках? Стоят циферки. Здесь нельзя отдыхать. Но я так и подумал. Честно. Собрать все. Стоп! А здесь нельзя?
А, нет, стоп, это же в эту же комнату, да? Так, ну, вроде я ничего не потерял. Убийца, убийца-лучник, убийца-лучник. При помощи акробатики вы можете двигаться по контролируемым противникам пространству, не провоцируя внешнерядной... А, стоп, нафига? Круг. 1D3. Волшебная стрела. Пылающие руки. Утомляющие касание. Окей. Так, а вот эта песня отваги. Убийца. I don't tolerate fools. Adventures call to them. Так, а если мы поставим вот так вот, типа, пытайся сделать это. Один. Serves you right. They dare to attack me? Поехали. Особенности боя. Способны творить заклинания. Я заметил, да, уже. Жрецы и другие готовят заклятия заранее, расходуют их, когда применяют. Чтобы колдовать снова, персонаж должен отдохнуть. То есть это понятно. Это навыки, которые можно использовать между отдыхами, да, определенное количество раз. О, ассасин. Внеочередная атака, это если, я так понимаю, будешь убегать от него, да? Да. Да, попытки отойти, выстрел. Угу. Тактический режим. Тактический режим, что-то им... Нет. Какая там кнопочка, интересно, тогда. Так, ты сможешь еще раз разбежаться? Давай. Крутяк. Давай, зажигай. Блин. Да он ступор. Ну как он может уклоняться при ступоре? Здоровье. Ух ты. Меня жмакнуло, да? Когда их число персонажей опускается до нуля, он теряет сознание. Но после окончания боя встает и возвращается под ваш контроль. Контроль. Число очков здоровья может опускаться до отрицательных величин. Персонаж может пережить полученные несколько отрицательных очков здоровья, но если их количество сравняется со значением выносливости персонажа, то он умрет. Заклинания, специальных зелий, а также отдыха. Свитки, зелья, быстрые ячейки на ремне. Окей. Нельзя отдыхать во время боя. Здесь нельзя отдыхать. Значит, мне можно только зельками хилиться, так? Ага, по одному на поясе, да? Так, давайте я вам тоже еще выдам. Ага, у тебя есть он. Куркуль. Так, 1,6. А что у нас... У Линси 1,6, 2,3. Ладно, пока походи с ним. А этот вообще не может еще даже делать. Прекрасное ювелирное изделие. За него можно выручить неплохие деньги. Медное кольцо. Неплохие деньги, неплохие деньги. Ищите на продажу. Понятно. А понятно именно то. Так, и сколько надо? Исцеляет 2D8. У меня можно одну использовать такую, да, видимо?
1D8. А, там еще, ну-ка. Йоу. Так себе, конечно, хиляться таким способом. Так, что, у нас тут бандюков нету, да? Так. Давайте на этом сейчас серию закончим, чтобы не увеличивать, то есть, размерность прохождения там до 2 часов одной серии. Вот. Ну, получится больше серий. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.